Елена Лазарева. Все спрашивают. А макароны можно? Если да, то с чем? Макароны — это продукт крахмалистый. Значит, его лучше всего есть с листовыми салатами. Какой это салат? Лучше всего, знаете, причем овощной салат и, ну, листовой салат и сладенький салат, но не кислый. Макароны не любят, ну, в смысле крахмалы не любят кислоты. Поэтому сделайте такой салатик, допустим, натираете капусточку, натираете морковочку, можете немножечко свеклы туда, можете чуточек петрушки и так далее. Маслицем сбрызну, так можете даже, ну, даже немножко метка добавить. Либо маслица, либо там метка. Вот, и, пожалуйста, кушайте свои макароны, если вам хочется. Насчет макаронов я рассказывал, все зависит от того, какие сорта пшеницы используются при производстве этих макарон. Здорово, Акчара, кончили с праздником. Богатырь, ты что ли, мамут, привет, будь здорово.